В 2022-2023 годах в 15 школах Ростовской области будет произведен капитальный ремонт пищеблоков. К такому решению пришли сегодня на расширенном заседании рабочей группы по организации бесплатного горячего питания для обучающихся. Напомню, на сегодняшний день все ученики начальных классов Донского региона получают горячие обеды. Первый замгубернатора Игорь Гуськов рассказал, что на Дону реализуется многоуровневая система контроля организации бесплатного горячего питания для школьников. Во втором полугодии 2021-го к контролю кормления учащихся подключились их родители. В мероприятиях приняли участие 265 тысяч человек и почти 100% выразили полную удовлетворенность. Информацию о проведении родительского контроля можно увидеть на сайтах учебных заведений в разделе «Горячее питание».